Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня мы с вами постараемся дособирать коллекцию птичек от Happy Box. Надеюсь, нам повезет. Кто не видел нашу первую распаковку, ссылочка здесь. Эта коллекция большая, поэтому с одного бокса не получится собрать коллекцию. Точнее, не бокса, а блока. Потому что 13 фигурок аж в коллекции. Ну, конечно же, не обходится без повторок, к сожалению. Здесь в каждой коробочке бархатная фигурка и карамельки. Такая большая коллекция. У каждой птички есть имя. Игрушечки очень хорошенькие, конфетки. И нам попалась новая. Вот нам Робинзон попался. Жалко, нету названия птичек. Вот такой большой клюв, как у тукана. Но я так думаю, что это не тукан. Вот у него тут каявка. Кусочек флока прилип. Глазки. Глазки клюв флоком не покрыты. И лапки тоже черненькие. Кто знает, что это за птичка, обязательно пишите в комментариях. Вот так он будет делать. Клюв его перевешивает, к сожалению. Следующая коробочка. К этой бы птичке, наверное, подставочка нужна была бы. О, новая, класс. Нам совушка попалась. Агата. Хотя это, наверное, филин. Зеленые глаза. Клюв тоже, лапки. Локом не покрыты. Угу. Вот такой вот он получился. Мы с Дашей хотим очень эсмеральду калибри, вот эту зелененькую. Нам она еще не попадалась. Повторочка сразу. А, нет. Какая повторочка? Не повторочка. Нам Мигель попался. Имена такие у него интересные. Слушайте, гляньте, у него тут пятнышко прям. И здесь такое же. Значит, так предусмотрено. И на клюве тоже как будто бы он испачкался, что-то неаккуратно съел. Но, видимо, так и должно быть. Хотя нет, у него это что-то вытирается. Ну, это точно должно быть. Щечка желтенькая. А вот это где-то он вымазался. Вот такой вот он. Мигель. Дальше. Нам, по-моему, она попалась. Да, ура! Ура, ура! Эсмеральда. Цветочек, конечно, тоже классный. Жалко, без цветочка эсмеральда идет. С цветочком. Народ.
Я в шоке. Правда, цветок почему-то одного цвета вместе с птичкой. Но я думаю, его можно при желании будет раскрасить. Гляньте, какая классная. Вот это у нее клюв. Да что я вся грязная? Получается, вот как раз она в реальный размер свой, какая вот она в природе. Она со спичечную коробку. Такая вот самая маленькая птичка считается на планете Земля. Ну, такой вот у нее тут цветочек. Откуда она нектар пьет? А, вот она, видимо, сюда как-то, наверное, клювиком вот так втыкается. И... Во, вот так. Мигель, извини. Да, эсмеральда шикарно. Бесспорно. Новая, ура! Такая синяя, с таким хохолком красивым. Как тебя зовут тут? Клуно. Вот такой яркий клуно с розовыми лапками, с черным клювиком. Глазки красивые тоже. Черным так они очерчены. Хорошенький. Явно мальчик. Обычно мальчишки пестрые очень в птичьем царстве, а девчонки не очень пестрые. Ну, надо же им как-то девчонок привлекать к себе. О, с обложки всех сейчас собрали. Вот она. Как ее зовут? Пава. Павлин. Это тоже мальчик 100%. Вот такой вот он. Распушил свой хвост. Уже, видимо, около ходит девчонки. Он немножко как-то тут немножко подбитый. Видимо, с другим павлином дрался. За сердце дамы. Так как флоком покрытая, немножко, конечно, приглушенный цвет. Ну, в целом, хорош, хорош такой, прям хорошенький. Предпоследняя коробка. О, повторка. Клуна нам попался еще один. И... Ой, еще одна колибри повторочка. Но я ее... Гляньте, у нее носик сломанный. Да, аккуратно надо с такими игрушками. Ну, его можно будет приклеить, конечно. Я, естественно, это сделаю. А то жалко, такая птичка классная. Нам осталось найти Марли и Рози. Вот такие классные птички нам сегодня попались. Мне больше всего понравились павлин Пава, синенький Клуна и колибри Эсмеральда. А тебе кто? Напиши в комментариях. Но если тебе понравилось это видео, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения. Пока-пока!